история. Знаете, когда все пошло не туда, куда надо? Я прям точную дату назвать могу, если хотите. В 2001 году. Это был год краха. Я же до него была на передовой. В курсе, что такое передовая? Все через меня проходило. Ну, проходить-то оно и сейчас через меня проходит, а то я бы тут не сидела. Но 2001 подкосил, конечно, что ты скажешь. Екатеринбург, между прочим, первый город в стране, который на это пошел. Это наша уральская фиаско, как я тогда его окрестила. Финита, в общем, полная. Без меня же раньше было как без рук. Все объявления я сама говорила. Даже ходила на курсы техники речи, чтобы совершенствоваться профессионально. Потому что вот эти бабы, которые мямлят, что попало... Ну так вот эти бабы, они позорят нашу профессию. В этом я совершенно категорична и непредвзята. Там только разберешь музыкальную заставку. Ну она до сих пор, кстати, такая же осталась. Пам-пам-пам-пам. На всех вокзалах одинаковая. А потом начинается... Ну куда это? Нет, я свой профессиональный долг выполняла. Я же понимаю, что люди спешат. Волнуются, взял, не взял паспорт, думают про курочку, которая может испортиться и не доехать, думают, им надо четко и доходчиво сказать, что, когда и куда отходит, с какой платформы и с какого пути. Дорога – это и так нервы, а тут тебе еще неразборчиво что-то втирают. Не понимали они, что диктор вокзала – это не просто там что-то квакнуть в микрофон. Пассажиры, они ж как котята, а они их словно в воду кидают своей неразборчивой речью. И они, бедненькие, мечутся, барахтаются, не знают, когда поезд отправляется, не знают, на какой путь податься. А вдруг поезд опаздывает? Это же attention полный. Но в 2001 году моя профессиональная компетенция стала никому не нужна. Сейчас все автоматизировано, заранее записанные фразы, а я просто свожу их как надо. Вот и весь мой долг перед обществом – правильно нажать кнопочку. Хоть место работы мое оставили там же, только ради него и осталось. Не из этого окна все пути видны. Я всех людей вижу, которые из вагонов выходят. Кто с баулами базарными, кто с аккуратненькими такими чемоданчиками, кто-то вообще без ничего. Есть и такие. Уж не знаю, куда они там едут и зачем, криминалам отдает это все, конечно. Но самое лучшее, это когда состав вот-вот должен подойти, а на перроне начинают люди собираться, которые встречают приезжающих. А если это еще и ночной рейс, и зима уральская наша, и тут я объявляю его, ну, что поезд прибыл, говорю. Мне тогда все до ужаса благодарны, я думаю. А благодарность – это бальзам. Но я нашла отдушину и в этой безысходности, да. Если вдруг кто-то теряется или еще какой коллапс, тут уже никакой автоматики. Тут я уже могу сама объявлять. Это радость. И, кстати, если будет террористическая атака, я тоже буду в центре внимания. И буду руководить всеми, чтобы не впадали в панику. Тьфу, естественно. Но самоответственность меня радует. Хотя грех мне тоже жаловаться. Я и так всегда в центре событий. Вокзал – это же центр города. Не эти там всякие плотинки и сети и прочее. Это все от лукавого. Вот приезжают люди. Что они первым делом видят? Вокзал. Уезжают из отчего, так сказать, дома. Что последним делом видят? Таки вокзал. И про аэропорты мне ничего даже не говорите. Во-первых, самолетами приличные люди не летают. Это я совершенно точно сказать могу. А во-вторых, ну какое Кольцово – центр жизни. Едешь 20 минут по лесополосе, уже весь кураж от путешествия пропадает. А тут только вышел с плацкарта и сразу в пучину с головой. Урбанизация такая, что мама не горюй. Без прелюдий, как говорится. Приехал на Урал, будь готов, что называется. Если выдержишь и обратно домой не сиганешь, дальше будет лучше. Там же как, выходишь из здания вокзала, и все прелести жизни на тебя вываливаются. Тут к тебе и воины-танкисты жопой повернулись с памятника, и кучи, просто кучи ларьков с шаурмой, около которых бомжи валяются. А вонь страшная, автобусы эти, машины, таксисты нападающие – это вообще отдельная песня. Вот ты как сквозь дебри через это все продираешься, и город. Екатеринбург. Опорный край державы, так сказать. Только я всего этого не вижу. Я, как воины-танкисты, ко всем жопой повернулась. Я смотрю на пути, как они параллельно идут себе, а потом раз и пересеклись. Красиво. С этого-то все и начинается. Город, Урал наш. Да и Россия, чего уж там. Хорошая история. Да, прикольная, да? Живая. Да, нормально.